Я всех приветствую. С вами Ирина Маркелова-Агапова. И я участница проекта «Всем миром» с 2013 года. И я часто пишу, что в моей команде 9 миллионеров, и меня часто спрашивают: покажите мне этих миллионеров или хотя бы снимите обзор их кабинета. По понятным причинам люди не хотят, чтобы я показывала их данные. Возможно, они боятся, что у них уже такие большие доходы. И поэтому этот мой партнер попросил, чтобы я не называла его контактных данных и не называла, как его зовут. Поэтому я буду рассказывать и называть его мистер X. Мистер X работает со мной с 2015 года. И у него команда достаточно большая, хотя пригласил он совсем немного людей. Купил он место в марафоне, активно у него одно место. Вот с левой стороны вы видите. Получено $1660. Кабинет не мой, потому что, как вы помните, я снимала обзор, у меня там 3 места, а у него 1 место. Хотя он жалеет, что он на старте не купил сразу 3 места. Листаем вниз. Вниз листаем. За 4 года работы у него личный доход составил $140 000. Умножайте на курс 65. И вы можете посчитать, сколько он заработал за эти 4 года, хотя 2019 год только начался. Теперь давайте подробнее посмотрим места в благотворительном марафоне и его структуру. Нажимаем «Управление местами». Позиция у него 8.1 и получено $1660. Давайте посмотрим его структуру. Вот, смотрите, зеленым цветом выделено это активные места. Если мы наведем мышкой, то мы увидим, кто сюда присоединился. Вот это серенькие, это свободные места, и они сейчас потихонечку заполняются. Их осталось совсем немного. Вот, очень-очень большая структура. На первом уровне заполнено 2 места. Ну, это бинар, понимаете, слева, вот, и справа. На втором уровне 4 места, на третьем уровне 7 мест и так далее и тому подобное. За 4 месяца заполнилось 292 места. Это он купил только одно место в марафоне и заработал $1660. 292 места. Это очень-очень круто. А теперь давайте посмотрим его партнерскую структуру. Человек всего пригласил лично 3 человека. И из 3 человек структура его разрослась в 3353 человека. Представляете? А теперь давайте посмотрим ролик, как показано, как это работает, что в эстафете, благотворительной эстафете, нужно пригласить всего 3 человек, чтобы стать миллионером. Кстати, миллионером он стал за 1.5 года. Не за 1 месяц, как советуют в других проектах, не за 2, не за неделю, а за 1.5 года. На 7 уровне, смотрите, 669 человек, на 6 841. Представляете, как разрослась структура? Представьте, вы пригласили 3 человек. Таким образом, на благотворительность удалось направить $150, а вы сами получили финансовую помощь в размере $30. Каждый из ваших последователей также приглашает по 3 человека. Вы получаете $45, а в благотворительный фонд «Всем миром» поступает $450. Далее вы получаете $135, а на благотворительность направляется уже 1350. Несложно посчитать, что на 7 уровнях вашей партнерской структуры таким образом очень скоро окажется более 3000 участников, которые направят на благотворительность более $160 000, а ваш личный доход составит $38 000. При этом, заметьте, вы пригласили всего 3 человек. Вот так, друзья, сейчас у нас работают 2 маркетинга. В благотворительной эстафете, которую я вам только что показывал, работает линейный маркетинг, а в марафоне работает бинарный маркетинг. И с каждым днем к нам прибавляется все больше и больше людей.
И люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги. Хотите стать еще одним миллионером в команде Ирины Маркеловой Агаповой, которая вас научит всему-всему, что сама знает? Я о проекте знаю все. Я в компании с 2013 года. Свою ссылочку я оставлю под видео. Присоединяйтесь, буду рада сотрудничать.